Вставай, скоро мастер придет. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, почините замок в костюмерной. Вам все ясно? Да, алло, здравствуйте. Сейчас я подойду к вам. Я вспомнил. У меня же есть виски. Я принес бутылку виски. Но только после работы. Давай сейчас. По чуть-чуть. Если нас поймают, выгонят. Раз поймали. Второй раз поймали. На третий раз предупредили. Я не хочу остаться без работы. Не. Ну давай по грамульке. Для настроения. По-быстрому. А что вы так долго? А что это такое? Чай, чай. Ты чай отверткой мешаешь? Грязно же. Отверткой? Не понимаю. Ты пьешь чай? Интересно. Вкусный чай? Вкусный, вкусный. Я тоже хочу попробовать. Вкусно! Я тоже хочу чай. Дай попробовать. Это выпивка. Что это? Опять эта выпивка. Оба к директору. Видишь? Поймала. Опять эти двое пьют. Обоих вызовите. Хорошо, я сообщу.
К директору! Ты все испортил! Нужно внимательно! Можно? Кто это купил? Виноваты оба. Захожу в мастерскую, а там два работника выпивают. Соврали, что будто пьют чай. А по факту там был виски. Мне сказали сесть, я взял. Ваше место там. Понятно? А ваше здесь. Вот. Задница болит. Вам смешно? А уволить смешно? Вот уволю вас и посмеемся. У вас было первое предупреждение. Потом выговор. Третий раз я терпеть не намерен. Все, уволены. Этого больше не повторится. Все. Приказ об увольнении. Что как дети плачут? Ладно, я их успокою. Все. Ну чё? Все пропало. Бывает. Бывает, бывает. Мы с тобой теперь безработные. Да найдем мы работу. Попробуй найди. Не надо было пить. А зачем ты принес? Я принес, чтобы мы после работы выпили, а ты... Сейчас, сейчас. У начальницы нюх. Думал, не заметит, нет, все равно поймала. Одно, второе предупреждение. Надо было быть осторожнее. Сегодня 25 мая. Что сегодня за день? Ура! Каникулы! На лето будет домашнее задание на тему, как я провел лето. Что на каникулах делать будешь? На уроке разговаривать нельзя. Когда прозвучит звонок, в коридоре наговоритесь. Звонок. Учебный год закончен, у вас впереди каникулы. Повторяйте пройденный материал, загорайте, купайтесь. Соблюдайте правила дорожного движения. Все свободны. А мы с мамой и папой поедем в деревню. Там коровы, куры, яблоки, парное молоко. Такая вкуснятина. Купаться буду. Вот это кайф. А мы с мамой и папой поедем в Египет. Там жарко. Купаться будем. Супер.
тоже едем на море. Будем купаться, загорать. А мы с мамой и папой летим в Дубай. Мы тоже поедем в Крым, как ты. А ты куда? А я знаю, у тебя папы нет, одна мама, поэтому поехать ты никуда не сможешь. Так же нельзя. Они меня дразнят, что у меня папы нет. Зачем ты ее дразнишь? Дразнить нехорошо. Давайте мириться. Здравствуйте. До свидания. Увидимся осенью. Ты забыла портфель. Почему ты грустная? Я скучаю. Ты работаешь. Всегда уходишь. А я дома одна. Во дворе ребята есть. Иди погуляй. Или с мальчиком поиграй, с соседом. С Максом. Все мои одноклассницы уезжают летом. На море. С мамой, с папой, все вместе. А почему у меня папы нет? Так получилось. У папы другая семья, другая жизнь. Ты ищи себе дядю, вы будете вместе, а он будет моим папой. Доченька, а что, тебе со мной плохо? Мама, я тебя очень люблю. А с папой будет лучше. В жизни все бывает. Мы встретим хорошего человека и станем семьей. А сейчас мне пора на работу.
убери кровать, поешь кашу обязательно. Погуляй с Максимом. Я пошла на работу, вечером приду. Это же твоя квартира. Зачем ты меня сюда притащил? Мне ж домой надо. Я не знал, что ты здесь, в моем доме. Я тебя сюда не тащил. А, ну да, хотя что-то помню, тащил тяжелое. Как я сюда попал? Я вспомнил. Я вчера себя очень странно ощущал. Как будто я летаю назад. Дай попить, в горле пересохло. Вода наивкуснейшая, просто высшего качества. Пойду-ка я домой отдохну. Пошли в магазин. Бутылку купим, по 100 грамм, и голова пройдет. Ладно, давай по чуть-чуть. Там кафе. Деньги есть? Да, деньги остались. Денег-то мало. Так пропили все. 100 рублей в кошельке. Что было? Ничего не помню. Помню, что много пил. Я тоже не помню. Деньги пропил. На что будем покупать? Давай зайдем в магазин. Посмотрим, может, что-нибудь подешевле найдем. Тебе что, мороженое или шоколадку? Я хочу шоколадку. А мне мороженое. Ну чё, 15 рублей не хватает. Денег не хватает. Их дяденька украл.
Да-да, дядя вор. Это он украл. Отлично. Теперь мой выход. Ты откручивай и выливай, а я им покажу. Водки нет. Пойду искать работу. Купить не надо было. Деньги брать не надо. Маленькие одолели.
Я видел у вас объявление, что требуется электрик. Хотел бы к вам устроиться электриком. К сожалению, мы вчера уже взяли электрика на работу. У нас нет мест. Ладно. Все равно спасибо. Пожалуйста. Да я и на уборщицу согласен. Уборщице требуются только женщины. Мужчин не берем. Здорово. Давно не виделись. Сколько лет не виделись? Помню тебя совсем маленьким. А, я смотрю, ты не ты. А девицы-то какие красотки. Влюбиться можно. Я тут на работу устроился. Каждый день на таких девушек смотрю. Костюмы им подбираю. Подбираю им костюмы для конкурсов. Нравится? Идея. Ты работаешь в модельном агентстве? Да, работаю. А ты сможешь помочь мне достать женскую одежду, парик, косметику? Зачем? Ты же нормальный мужик. Ты же не трансвестит? Да нет. Я просто хочу поступить на работу, где мужиков не берут. А требуются только женщины. Ты же можешь себе нормальную работу найти. Да нет, я тут в женщину влюбился. Хочу к ней на работу поступить, чтобы узнать, замужем она, не замужем. Познакомиться с ней мечтаю. Забавно, вот что любовь делает. Вот поэтому мне и нужны женская одежда, парик. Загримироваться под женщину. Зачем тебе это надо? Ну помоги мне подобрать подходящий костюм, парик, чтобы я выглядел вот как женщина. Ну что, поможешь мне со всем этим антуражем, чтобы я выглядел соответствующе? Все-все про нее хочу узнать. Есть ли у нее семья? Зачем тебе все это надо? Любовь. Там просто только женщины требуются. Мужчины не требуются. Вот поэтому мне и нужен весь этот марафет. Посмотреть, узнать, что это за человек. Неужели у тебя прям такая безумная любовь? Спрашиваешь. Конечно. Ну вот как с ней познакомиться, я не знаю. Ты что, с ней ни разу не разговаривал? Да неудобно как-то. Так и не нашел повода поговорить. Как начать знакомство, не знаю. Да все очень просто. Вот смотри, сидит девушка. Попробуй с ней познакомиться. Да не, она же слышащая. Да ты главное попробуй, начни. Да, симпатичная девушка. Ну так и вперед. Неплохо. Вот видишь, не получилось. Я уж лучше по-своему попробую. Ну, как хочешь. В общем, жду тебя завтра с утра в гости с париком и всеми делами. Завтра утром забегу в модельное агентство, подберу для тебя что-нибудь подходящее и приду. Точно придешь? В какое время? Где-то часа в 2-3. Косметику у девчонок попрошу. Ну ладно, я домой. Ты просил взять кое-как для взрослых идущих костюмов. Проверяю, как пойдет или... Ладь. Но в первую очередь тебе усы надо сбрить. Она же меня с усами знает. Вдруг она не узнает меня без усов. Ладно, пошли в комнату. Там посмотрим. Не переживай. А можно, чтобы сохранить усы, как-нибудь придумать, чтобы они отклеивались и приклеивались обратно? Да наведу я на тебя марафет, не переживай. Все будет окей. Сейчас я тебе покажу. Смотри, что я принес.
Сумка старомодная, но ничего, сойдет. Грудь накладную сделаем. Вот тебе парик. Лак для усов, чтобы не рассыпались. Потом будем стричь. Готов? Что лучше, это или это? Это лучше, ярче, более четкое. А это не очень скучно. А вот это более привлекательно. Давай сделаем больше. 100 штук достаточно. Хорошо. Здравствуйте. Я увидела объявление, где вы ищете уборщицу. Я бы хотела к вам устроиться. Это возможно? Уборщицей? Есть свободное место. Сейчас я вызову администратора. Подождите. Вы меня звали? Да. Познакомьтесь, новая уборщица. Объясните, в чем заключается ее работа. Все покажите ей. Понятно. Пойдемте. Всем привет. Внимание, у нас новый человек. Она будет убирать. Как вас зовут? Маша. Сейчас покажу, где ведро, швабра и тряпка. Кто меня вызывал? Это я вас вызывала. Сначала вымойте туалет, коридор, а потом кабинеты. Сейчас посмотрю халат. Я пошла, а вы приступайте к работе. Какая ты красотка. Я... Здесь же камеры стоят. Я тебе... Будьте внимательнее.
Рабочий день закончился. Первый рабочий день в качестве уборщицы. Ну да, нормально. Мне туда. Я тороплюсь, я пошла. Завтра увидимся. Посмотрел я на нее, обыкновенная, мог бы себе и получше найти. Не твое дело, нравится она мне. И все. Одежду привез? Давай быстрее, хочу проследить за ней. Зачем тебе это? Прошу тебя, помоги мне проследить за ней, познакомиться. Но чтобы все это было культурно. Ну ладно, давай. Надо быстрее, чтобы успеть. Да успеем. Усы где? Да там, там. Сколько уже мы за ней идем? В метро шли, по улице шли. Дальше-то что? Давай уже подходи к ней. Ну а как мне к ней подойти? Что ты мне посоветуешь? Есть идея. Я отбираю у нее сумку, ты меня догоняешь, возвращаешь сумку хозяйке, и все. Я устал ее преследовать, я марафоном не занимаюсь. Какая баба попалась. Короче, разбирайся сам. Где-то я вас видела. Да, мы один раз столкнулись у вашего офиса. Да, да, да. А я здесь живу, в этом районе. Спасибо за помощь. Я провожу. Спасибо за картошку. День был такой. А вдруг вы завтра работать будете? Или вы завтра свободны? Да, да. А что случилось? Я хотел бы вас встретить после работы. Да, неплохая идея, можно. А где встретимся? Может быть, встретимся у метро Парк Победы? Там парк есть хороший, красивый. Отлично. До завтра.
Забыла спросить, во сколько встретимся. Можно в 4 часа. В 4. В 4. В 4 удобно. Цветок-то искусственный. Зато сохранится на долгую память. Я... Вот спасибо. Работать пора. И я пошел работать. Все. Спасибо. Можно вопрос? Что? Она замужем? Или разведена? В разводе. Чё? Приглашаю на совместную прогулку. Завтра увидимся. Я вот думаю, как женщины по 8, по 9 часов на каблуках ходят? Обалдеть! Ну у них и воля. Такой женщину создала природа. Это традиция, идущая испокон веков. Это мне Илья подарил. Вот думаю, лени его подарить. Нет запаха. Зачем искусственный цветок? Лучше б живой купил. Нормально. Времени мало, надо успеть переодеться, чтобы встретиться с Леной в парке. Все, спасибо за то, что удачно познакомились.
Который час? Здравствуйте. А цветок мне? Он же искусственный. Куда идем? Прямо, а там посмотрим. Погода отличная. Тепло. Да, да. Я люблю лето. Я тоже. Стоп, я сейчас вернусь. Сюда? Я жду. Мне все равно. Мам, я хочу мороженое, как у дяди и тети. Гордость Петербурга. Да. Дальше посмотрим. Зуб болит. Что случилось? Что, издеваешься? Будешь прикалываться, я тебя в реку выкину. Опять? Хватит смеяться. Ну сколько можно дурачиться? Красиво, шикарно, мост. Смотри, какая красота. Да. Приятный вечер. Я вспомнила тебя. Ты был у нас на работе. А что ты там делал? А, да-да-да. Я пытался устроиться электриком, но, к сожалению, место уже было занято. Да-да, ты опоздал. У нас работает другой человек. Ничего, бывает. А ты сейчас где работаешь? Да, нашел работу. Кем? Слесарь-сборщик. Неплохо. Закрой глаза. Закрой. И считай до трех. 1, 2, 3. И откроешь, и увидишь. 1, 2, 3.
Это мой любимый парк. Да-да, мы с дочерью любим здесь гулять. И иногда берем велосипеды на прокат. А вот там аттракционы. А еще любим просто гулять и кормить белок. Надо было здесь встретиться. Ну как провели день? Тебе понравилось? Очень хорошо. Много впечатлений. Я смеялась много. Ой, дождь пошел. Будь внимательнее, чуть не упал. Дождь идет? Спасибо за суперский день. Я очень довольна. А завтра мы еще раз можем встретиться в парке? В другом месте. Парк Сосновка. Помнишь, где я показывала прокат велосипедов? Да-да-да, помню. Да. Хорошее предложение. Можно там. Утром или в обед днем? В час или в два? Сегодня мы пойдем гулять в парк. Я хочу познакомить тебя с очень хорошим человеком. Мы подождем его здесь. Он скоро подойдет. Я хочу покататься на велосипеде. Сначала мы дождемся его, а потом решим, что будем делать дальше. Привет-привет. Это моя дочь, ей дома скучно, поэтому сегодня она гуляет со мной. Сюрприз принесу, подождите. Хочу. Много куда. Это сюрприз? Я сам угощу. Мне сообщение пришло. Давай. Ты мою водку выливала. А ты тот вор, который украл у меня деньги мои. Кто это сделал? Она? Что случилось? Дядя плохой. Все, прогулка закончена. Мы идем домой. Приходится идти домой дяде помыть голову. Все, пойдем. Что у тебя с носом? Может быть, простыл? Ладно. Я сейчас принесу полотенце, а ты дверь закрой и иди умываться. Где здесь туалет?
О, целая проблема. Все плохо работает. Не хватает мужских рук починить. Вон, посмотри. Один парень обещал помочь. До сих пор едет. Безобразие. Вот полотенце. Ты иди пока в ванную, а я пойду на кухню поставлю чайник. Вместе будем чай пить. А я пока ручку починю. А ты умеешь? Конечно. Ой, как здорово. Инструменты там? Хорошо, хорошо. Я очень рада. У тебя есть отвертка? Нет. Отвертка. Нет. Отвертка. Ой, какой же ты молодец! У тебя золотые руки. Я сейчас все исправлю. Молчи, только маме не говори. А я тебе за это мороженого куплю. Шоколадок. Только маме про усы не говори. Вот. Теперь ты чистый. Ты закончил? Пойдем пить чай. Здесь нет сахара. Я забыла. Я сама. Девочка хорошая. Что такое? Горячий?
Ага, соль. Отомстил мне, да? Что-нибудь напишем уже. Сегодня какой-то странный день. Хотела познакомить вас, не получилось. Хотела, чтобы вы стали друзьями. Вы не хотите дружить. А вы что, знаете друг друга, да? Завтра выходной день, можем договориться, встретиться, погулять. Нет, я занята. Мам, мам, ну мне дома скучно одной. О, а у меня появилась идея. Давай я завтра погуляю с ней. А ты завтра свободен? Да, абсолютно свободен. Точно? Ты хочешь погулять с дядей? Тогда ладно, я согласна, я не против. Тогда спишемся по телефону и договоримся о времени. Все, можешь идти отдыхать в свою комнату, а я пока помою посуду. Туда. Я хочу мороженое. Потом, потом. Мороженое потом? Ладно. А я расскажу маме, что ты мне деньги украл. Давно еще. Помнишь, а? А еще у тебя усы не настоящие. Я все маме расскажу. Почему у жирафов такие длинные шеи? Я думаю, что у них длинные шеи, чтобы далеко видеть. Пеликан рыбу про запас складывает, поэтому у него такой большой мешок в клюве. Смотрим все птиц. Одно и то же. Пошли лучше львов и тигров посмотрим.
А почему он такой грустный? После обеда устал, вот и спит. Все, теперь домой. Мамы дома нет, она занята, а придет поздно. Пойдем домой, дома отдохнем, подождем маму, и я пойду. Это моя комната. А, вспомнила. Вот, не работает. Вот, картину надо повесить. Сюда. Молоток и гвозди принеси. Ну как? Мы были в зоопарке, во! Правда, понравилось? Да. Господи, что ж ты такой невезучий, опять одно и то же. Что случилось? Что это? Что случилось? Вместе поиграли, нормально. Скажи, здорово в зоопарке погуляли. Потом в парк ходили гулять. Все просто отлично. Пока тебя не было, картину повесил. О, спасибо. Утюг починил. Похоже, он был сломан, а оказалось, работает. Ты опять издеваешься над дядей? Это мой рабочий кабинет. Садись туда. Не балуйся. Здравствуйте. Это моя дочка. Дома ее оставить не могу, ей одной скучно. Поэтому, чтобы она не скучала, я взяла ее на работу. А у вас какие-то проблемы? Нет, у нас проблем нету, просто бабушка уехала в санаторий и оставить не с кем. Ну, зато вдвоем скучать они не будут. Так, давайте приступим к работе. Как всегда, Настя опаздывает. Здравствуйте. Претензии? Электрочайник сломался. Пожалуйста, почините. Мне здесь жарко. Я немного пройдусь. Там. Можно, можно. Иди. Этот дядя вор. Давай ему отомстим. Только тихо. Спасибо, я уже в порядке.
Ну что, работа нравится? Нормально. Привыкла уже? Да, привыкла. А семья у тебя есть? Ничего, я тоже одна. Дочку воспитываю. Я сама пироги пекла. Я твой друг! Ты Миша или Маша? Ты мужчина или женщина? Я не знаю, что сказать. Ты не знаешь, что сказать? Ты Миша. Мы с тобой столько гуляли, встречались столько раз, а ты, оказывается, мне врал. Да? Для чего ты устроился на эту работу? Вот это вот все платье, каблуки, макияж. Честно мне скажи, для чего это все? Прости меня. Выходи за меня. Я тебя люблю. Привет. Что? Прости меня. Прости, я вынужден был поступить так глупо. Хватит. Спасибо за откровенность. Уж от тебя я такого не ожидала, обманщик. Видеть тебя не хочу. Почему ты опять одна и одна? А где дядя? Thank you.
гуляете? Да. Я тоже один гуляю. Почему один? Мне не с кем. Как нога? С ней все в порядке? Скажи, не болит? Леночка, хочу тебе сказать от чистого сердца. Когда мы столкнулись у офиса, я увидел тебя и влюбился с первого взгляда. Полюбил тебя как свою единственную. А когда мы несколько дней с тобой встречались, это все было по-настоящему. Когда я переоделся в женщину, я сделал это потому, что хотел быть с тобой рядом. Да? Я хотел тебе признаться, когда все закончится. Но я не успел. Ты меня разоблачила. А зачем? Месяц прошел, как мы не виделись. Мне было очень плохо. Мне тебя так не хватает. В моем сердце единственное — это ты. А зачем ты переодевался в женщину? Мне было приятно смотреть на тебя, быть рядом с тобой. В том числе и на работе. А усы? А усы настоящие. Месяц прошел, и они выросли.